Добрый день, уважаемые коллеги. Вчера, когда мы с Михаилом Михайловичем обсуждали сегодняшнюю встречу, он напомнил, что еще не было случая, чтобы президент приезжал в Белый дом в связи с отставкой правительства. Но это и понятно, потому что предыдущие мероприятия подобного рода были связаны с какими-то сложностями, конфликтами. То, что происходит сейчас, это практически плановое мероприятие. Разумеется, возникает вопрос, зачем нужно было это делать и нужно ли было это делать вообще за 3 недели до выборов президента Российской Федерации. Для этого есть, по крайней мере, 2 причины. Первая – политическая, и вторая – административно-организационная. Политическая причина заключается в том, что в моем положении действующего президента и одновременно кандидата в президенты России я могу, а значит считаю обязан, познакомить общественность России с тем человеком, которого буду предлагать в качестве председателя правительства Российской Федерации. Практически заявил о том, что вопросы подобного рода будут... Это тоже потребует и определенно. Если мы взглянем с вами в Конституцию России, то увидим, что правительство, которое слагает с себя полномочия перед вновь избранным президентом, уходит, а вновь назначаемое правительство в соответствии с конституционными сроками может состояться только в начале июня текущего года. Руководители министерств и ведомств не будут знать, как, а правительство этим активно занимается в последнее время, то это значит сказать, думаю, что мы с вами здесь, конечно, подзатянули этот процесс. Но если